Привет, моя хорошая. У нас только что был курьер и привез целую кучу коробок, которые хотим вместе с вами открыть, посмотреть, что там. На самом деле мы очень-очень ждали. И видели, тут у нас уже стоит велосипед. И вы сейчас поймете, зачем мы его занесли. А? Да, открывайте. Вон они, дети, уже им не терпится посмотреть, что там внутри. Диана там, Диана знает, что там игра для них. Все рвут. Тише, дети, ну. Оп. А, Роман ждал здесь фонарик налобный, он очень ждал. И здесь у него, конечно же, набор для его занятий. Он его тоже очень ждал. Он единственное, о чем меня просит, там набор. Как он называется, Рома? Все, ты мне там это... Хочешь себе? Как он? Длинная эта палка, как он называется? Гантели? Штангу с гантели, да, на 90 килограммов. Там он прилетел, и самое что интересное, он мне потом показывал: Оксана, ну посмотри, здесь на Декатлоне намного дешевле, чем на других сайтах. И, причем, что на Декатлоне реально намного дешевле. Посмотрите, я обожаю. Товары с сайта Декатлон, они всегда потрясающие приходят. Вон они как радуются. Ой! А это... Тань, дай маме посмотреть. Оп! Это, знаете что? Это пришел мячик для... спину раскатывает, Рома. Это массажный мячик для точной проработки. Очень классный. У меня уже есть ролл, да, прокатывающий. Кстати, на такой небольшой выбор валиков, роллов прокатывающих. Это массажный. Массажный мяч. Очень классная штука для проработки именно что точечных мест. Очень здорово. Папа, помогай. О, вот тут бумаги. Смотри, что здесь. Сейчас, дочь, погодите. Не ломайте пока. Да. Да, будем играть. Так, Надюш, не ломай, пожалуйста, давайте, дочь. Оторвите там все. Оторвите, сломайте сразу все. Давайте. А тут стяжки будут ничего. Так, стяжки в том-то и дело. Как думаешь, для чего у меня может? Да, убирай. Тане мячик понравился. Она у нас вообще любительница мячей. А вот это то, что они сейчас смотрят, вот, это вот такая вот игра, ставится подставка, туда будет налить воду или песок туда засыпается, чтобы устойчивость была, и будет мяч, который на резинке, который можно играть дома. Так, давайте соберем его. Да, немножко мы хотели, конечно, Новый год им сделать, но они уже это увидели, уже знали, что им будет. Можно да. Просто вот так вот. Так. Нет, надо с этими палочками. Так, а что, надо воду наливать, да? Да, там воду надо наливать. Сейчас у нас на улице морозы невероятные. Сейчас посмотрели еще на ближайшую неделю. Там будет минус 40. Поэтому надо как-то детей развивать. И мы им придумали вот такую вот игру, чтобы играть дома. Там Надюшка что-то еще разбирает. И для велосипеда, сейчас тоже покажем, что там. А, это коврик, да, коврик в этом. Диан, не ломай, это не для этого мяча, пожалуйста. Это вон для того мячика. Вон, сейчас соберемся. Идем, все, они уже тут делят, чурки. Мы долго думали по поводу того, что лучше взять. Велотренажер или подставку под велосипед. Дело в том, что велотренажер занимает достаточно много места. А сейчас есть классная вещь, которая, возможно, вам тоже будет интересна. Летом многие любят кататься на велосипедах. А потом велосипед где стоит? Где-то надо хранить. И для зимы можно кататься на обычном велосипеде дома. То есть специальная подставка под колесо, которая делает утяжеление. Вон они играют уже с мячом.
Таня требует, что ей тоже надо. Утяжеление для колеса, которое делает упор, да, более к реальным событиям жизни, то есть от поверхности, и под переднее колесо идет подставочка. Но мы сами это еще не видели, как это все будет выглядеть. Занесли велосипед, который был у нас в гараже, в холоде, он у нас согрелся. И покажем вам, как это все будет выглядеть. Я думаю, что это будет интересная идея, которая вам тоже может пригодиться. Этот коврик специально для велотренажера. Он подходит под любые дома ставить, и беговую дорожку, как шумка. Она будет меньше шума, особенно тот, кто живет в квартире. Да, я тебя тоже люблю. Тот, кто живет в квартире, оно, как шумоизоляция, будет меньше внизу соседей беспокоить. Так, и вот этот сам аппарат. Ну, сейчас его уже Рома поставит и посмотрим. О, Рома налил воду. Так, а теперь все таким образом вообще, да? Да, вот ставится. Все, там вода. Да. Я воды налил. Слушай, такая это хорошая. Пробка? Да. Да? Я не ожидал, прям так плотно закрывается, хорошо. То есть и ручка с этой стороны, да, получается, что напротив нее, и как бы держит все хорошо. Да, дай мне. Я покажу тебе, как играть, давай. Может, вы мне поднимите, я поставлю. Положите, пожалуйста, подходите. Давай. А ты поставить хочешь? Да. Давай. Я тоже поставить хочу. Что, не получается? Нет. Можно я поставлю? Можно я поставлю? Сейчас разберу. А что? Ума! Да! Ума! Да! Потолка? Дай, пожалуйста, ракеточку. Дай ракеточку, пожалуйста. Нет, дочь, смотри, как. Это она двумя ракетками. Лида, видела? С одной стороны бум. Таня, оп. Дай сюда, пожалуйста. Дай. Зайка, ты не умеешь. Так, в общем, это... Тань, дай, пожалуйста. Надо, чтобы, наверное, без маленьких играли, да? С маленькими, ну, да. Ракетки забрали. Лида, самые такие, которые умеют играть. Это профессионалы, видишь? Это мой, говорит. Это мой, говорит Таня. Ну, сейчас. Сейчас они немножко это, Алена. Да, сейчас они. И потом вы будете играть. Потом вы уже поиграете. Да. Таня, отходи. Нравится тебе, дочь, да? Да. Классная какая игрушка. Я скажи, свой шарик есть помимо. Опа. Мама, а у меня есть вот такая. Мне аж страшно рядом стоять. Она так крутится, видел, да, наверху? Да. Ну, здорово, какая игрушка интересная. Ну, место для нее. Можно покороче сделать, в принципе, да? Ну, у нас для нашей комнаты нормально идет. Ну, надо ее в середину тогда поставить. Постой, девочка, давай вот сюда вот куда-нибудь, хотя бы. Следующее, что очень понравилось, это для нас с Анюткой. Это вот такая широкая резинка, невероятно качественная она. Очень-очень здесь кожаный вот такой вот соединяющийся. Здорово. Сейчас нам Анюта продемонстрирует, как это все использовать. Скорее, дядя Рома, уже продемонстрировал. Почему? Так вы же занимались резинками. Так, так, же, так. Ну это, ну-ка ложись-ка, там вот она лежа, а потом поднимает пресс. Вот смотри на этой картинке. Сейчас Анюта нам покажет, как это все выглядит. Смотри, Артем подсказывает.
Да. Капец, сразу мышцы начинают болеть. Сразу начинают болеть мышцы? Да. Ты еще чуть повыше подними коленку, мне кажется, так. Ну, упруго, да? То есть есть смысл? Упруго, да. Коврик какой шикарный, широкий. Вообще супер. Коврик, да, вот такой вот. Это вообще для подбеговой дорожки? Да, для подбеговой, ага. 0,6, но он такой упругий, тверденький, вообще здорово. Вообще классно, ага. А нет, ну ты чего? Ты чего-то не хочешь нам еще показывать? Показал. Не показал. Будем заниматься, да, Аню, с тобой? Да. А когда на ногах, ну когда приседаешь, его на колени делают. Да? Да. Ну, тут нарисовано. А там есть, да, что еще? Да. Не, не так. Нет, так не пойдет, как выпадает, это на другие мышцы. И так тоже не понимаю. Ну, нам, может, кто-то девчонок напишет, как это все лучше. Но я думаю, что и видео много. Да. Я вот не знаю, какие это... Ну, как бы, мне интересно было вот эти все. Ну-ка, а вот эти вот качать, которые они вот так вот раздвигать, когда, знаешь, на этом, это получается, что, когда мы будем раздвигать, у нас будет внешне качаться. Да-да-да. Да, скорее всего, да. Ну вот если раздвигать ноги. Ну вот ты ниже ее спускай, вот на коленка где-то, и вот, и ноги подальше расставляй, и вот, и пошла вот, что-то, наверное, так вот как-то. Нет, еще ниже спускай, да? Да, вот так, да. Тут, да, внутри, да, качается. Прикольно. А еще и цветом такая крутая. Да, цвет, ага, такой нежный коралл. Кто я, сумка? Угу, рюкзак. Это он может быть шарфом, может быть шапкой. А, да? Угу. Тебе натягивай наверх, на голову. И получается, там затягивается. Там... А тут нет, нечего затягивать? Или это... Может, она с этой стороны, Оксана? Наоборот, она одела, может, ее? Нет, это значит, она просто как это... Шарфа два. Один, а такой вот потоньше... Он и подешевле стоил, а другой потолще, девочки. Такой вот он уже очень плотный, классный. Мне очень нравится. Очень нравится. Для нашего севера это самое то. Можно так, а можно как шарф. Ну, это же получается, как у меня. Да, как у тебя. А ты кому купил? А? Кому купил? Ну, я просто взяла, не знаю, пока. Классная штука. Потому что тебе понравилось, потом взяла еще одну. Ты чего? Ну, ты чего? Ты... Девчонки, какие вот эти потрясающие колготки с Декатлоном. У них сделано, смотрите, вот здесь вот потоньше, а вот это начинается уже здесь вот овечья шерсть, утепленная вот эта, да, часть, вот ножка, получается, вот этот носок, очень теплая часть. То есть вот здесь тоньше, вот здесь вот толще идет. Я в прошлый раз забыла об этом сказать. Да-да-да. А это он уже есть? Да, я сейчас их заказала еще. В прошлый раз заказывала эти колготки, они мне очень понравились, поэтому еще трое заказала для Танюшки ее размера. Девчонки, они потрясающие, очень теплые. Здесь вот нарисован том, что они сохраняют температуру для ребенка. Очень классные колготки. И вот такие же заказала еще большого размера. Сейчас покажу их. Ничего себе, она у тебя уже покороче. Единственное, что там очень плохо, я сначала не совсем поняла, какой размер. Вот 35-38, мне кажется, что они даже Артему подойдут, что они будут теплые. И на его рост, я думаю, что 145 они подойдут. Ну, сейчас посмотрим. А вот эти вот колготки, размер 23-26, девочки, на 2
2,5 года. То есть на 2-2,5. Смотрите, колготки классные. Я говорю, что заказала сначала попробовать. Одни вот такие. Колготки заказала сначала попробовать. Думаю, посмотрю на их качество, потому что спортивные носки пришли с Decathlon. Невероятно теплые, невероятно потрясающие. И тоже, девочки, хочу отметить по поводу кроссовок, которые в прошлый раз заказывали. Было у нас уже минус 36, девочки, в них ходила потрясающие кроссовки за 3,5 тысячи. Те, кто смотрит с севера, заказывайте, даже не думайте. Очень теплые. Они заявили о том, что если человек будет стоять на до минус 10, да, было заявлено. Если человек будет стоять и не двигаться до минус 10, прошу прощения, то не замерзнет. Девочки, если ходить, мальчики тоже, если ходить и двигаться, минус 36, я ходила в них пешком, было очень комфортно ногам, не холодно, поэтому я вам очень их советую от души, прям классные кроссовки, которые стоят вашего внимания. И что касается колготок, тоже заказывала их в прошлый раз попробовать, посмотреть, как они будут. Мне очень понравились, как они стираются, мне понравилось, как они носятся. И самое главное, что ребенку тепло. Это самое важное, особенно сейчас в зимний период. Я вам их очень советую, колготки. Я говорю, что я вот еще заказала еще большого размера. У них немножко другая расцветка, но они теплые и качественные очень. Больше размер они дороже, меньше размер они подешевле. Так, что дальше? Тренажер? Да. Рома решил даже инструкцию открыть, хотя мужчины очень редко смотрят инструкции. Ну, надо на всякий случай что-то заменить. Да, я так и думал, что здесь надо будет заменить. Поэтому... Да, уже обеденный сон ждет Таню. Тань, давай к баньке, пойдем? Пойдем спать. Пошли. Ох, нет, дочь. Надо баньке. Пойдем бай, дочь. Пойдем. Да, надо идти спать, дочь. Артем уже тут пляшет вокруг этого. Хочет быстрее. Давайте быстрее, быстрее поставим. Сейчас, Артем, сейчас положу. Да, тут не дает она. Что нам делать? Так, достали они из коробки. О, какая штука интересная. Там с Артем. Скорее всего. Нет, наверное, да? Так, здесь еще он что-то. Да, я знаю. Артем там снимает упаковочные. Интересная штука, новая для нашего познания. Сейчас, Артем, вытащу. Поняла, стоит. Блин. Да? То есть это как бы утяжеление. Поняла? Угу. Тяжелее было крутить. Это хорошо. И здесь все регулируется. То есть вот в этом все, наверное, пружинка как стоит специально. Вот она. Вот это вот на ось надо будет ставить, на велик. Сейчас снять надо будет с велосипеда. И все устанавливаем. Артем, давай неси, наверное, этот ключ. Ну, а сколько? Ну, помнишь? Плоскогубцы? Нет, не плоскогубцы, а такой ключ, помнишь? Который регулируется. Как газовый ключ. А, сейчас понял. Ну, давай.
колесо сейчас будем снимать. Ты думаешь, колесо надо снимать? Ну, колесо, да, придется менять. Вот этот, видишь? Вот это. Мы заказали другое колесо, и потом придет, мы назад поставим тренировочное. Кстати, на велосипеды так много всего, всяких разных это интересных штук, и дисковые тормоза, что-то нету. Я подписался на Декатлон, на рассылку. Мне на почту приходят сейчас всякие эти штуки такие интересные. Там же, кстати говоря, я вот этот гантели увидел. А получилось так, что я нашел сначала гантели же, мы купили, заказали гантели. Но как бы все равно этот набор я хотел там, увидел себе, потом нашел штангу и гантели. Там набор на 93 килограмма. Блин, такая классная штука. Я бы, если честно, это, вот, и стоит недорого. То есть, если соотношение смотреть на других магазинах, гораздо дешевле. Мне очень понравилось. Сейчас наборчик я покажу, который приобрел. Очень классный, мне понравился тоже, но факт в том, что штанга была бы вообще здорово. На нее 3 килограмма, это прям вообще сказка была. Вот. Давай этим все снимаем. Сейчас там надо поменять, с колеса снять, вот сейчас они тут. Лучше за ключом сходить что-то. Не хочу, да, купить. Тебе, Артем, уже хочется попробовать? Угу. Да? Интересно тебе? Такой инструмент. Ну, очень удобно такое кое-что. Чтобы велик дома не просто так стоял, а можно было и летом эксплуатировать. Попробовали мы сейчас, на тот велосипед не подходит. Он идет, вот этот вот аппарат, от колеса размер 26. Но это нам надо было на сайте смотреть. 26 должно быть колесо, 26 и более. И вот сейчас мы занесли уже вот этот наш велосипед. И, девчонки, там надо менять вот эту вот какую-то вот специальную вот эту вот аппарат. Тоже на том нашем дешевом не менялась. Та вот эта система а там не менялась. Там не меняется даже. Не смену. То есть это должен быть велосипед, который... От 26 колеса. Да, соответствует. Да. Ну, хорошо, что у нас есть два велосипеда. Хорошо, у нас не один, да. Там шпилька намного толще, в общем, это я посмотрел, думаю, ну как же так, здесь совсем тоненько. Ну, в общем, ладно, все, мы сейчас будем уже... Ставить его, ставить. Смотреть, что получится из этого. Артём? Так, а здесь мы сейчас... Мы сейчас... А ты же держи велик, пока, Артём, пожалуйста. А сейчас мы здесь эту штуку откидываем. Вот так вот. И все, и она здесь вот так вот регулируется. Костюм, вот этот, который сейчас на Руме, девчонки, оставлю на него ссылку. Просто шикарнейший костюм, термобелье. Рома столько мне хвалебных отзывов на него сказал. И теплый, и удобный ему в нем. Девчонки, стирается отменно, ничего не остается, ни катышек, ничего. В общем, супер костюм для наших мужчин. У Артема тоже эти спортивки из Декатлон. Так, теперь сейчас подгоняем. Там еще переднее колесо надо поставить на подставку. Да. Я буду. И все, и здесь, как я понимаю, поняла? То есть, чем ты дальше закручиваешь, тем тяжелее получается крутить. Угу. Артем, сейчас... Артем, давай сейчас вместе с Артем, с Романом. Так, здесь все, да? Здесь зафиксировали. Тут тоже такие же, как на той штуке. Так, сейчас.
Ну да, он сюда для большего колеса, он и смотрит совсем по-другому. А у тебя ноги не достанут, первое. Это для взрослых. Да. Угу. У тебя он до педали ты не достанешь, дружочек. Так, эту надо убрать, подставку. Так, давай-ка я маленько, наверное, убавлю. Вот так, наверное. Когда еще дали? Ну, конечно, не мешало бы помыть. Да, его поначалу. Ну и как? Первое впечатление? Подожди, а звук почему такой? Может, так и должно быть, чтобы ты думал, что ты на улице едешь. А, тут грязь, это смотри, что летит, надо было помыть. Ну, вам же не терпится. Давай агры помоем. Нет, все, давай сейчас будем пробовать. Давай будем пробовать. Не терпится им этот агрегат использовать. Я один не достану. Ого, да. Вообще здорово. Да. Вот у меня сейчас, я не знаю, четвертая скорость выставлена. И это... Ноги вообще махом забивают, то есть... Классно. Нравится, да? Ну как, Тёмка, садись ты. Сопротивление хорошее, то есть как чувствуешь себя как правда на дороге, понимаешь? Да? Да. Ну-ка, теперь у нас... Ой, Надюша, аккуратно. Я же тебе говорю, тебе ножки не достанут педали. Ну-ка, Артём, сейчас давайте поменьше поставлю, чтобы тебе не тяжело было. Мама. Вот так, наверное. Попробуй. Так, подожди, сейчас Артём пробует. Мне мама, папа маленькая. Есть сидушка, если что, можно будет поменьше. Такая подставка под колесо. Я люблю маму. Мама, вот как мама. Угу. Вместе. Да, вместе, да, надо? И там человек, и пол человека. Угу, да. Я мыльная? У меня кто-то моя сынишку делает. Я... Мама, а когда я вырасту, я могу достать? Да, когда вырастешь, сможешь достать. Не понял. Забились. Маня, я теперь. Анютка, иди скорее пробуй. Ага. Ну, ты скорее давай. Надя, не надо назад. Надюша, слезь, пожалуйста, пока. Аккуратно, пожалуйста, не упади. Здесь очень удобно то, что регулируются ножки. Они прижимают так к полу, очень удобно. Вот таким образом все легко делается. И все регулируется вот по длине. Это чтобы у нас не играло пол. Возможно, будет неровный. Но вот у нас сейчас маленько играла. Чуть-чуть установочка, поэтому. Зафиксировал, все хорошо. И добрались мы до любимки Ромки. Я вообще так радовался, ты не поверишь. Когда привезли, только выгрузил. Ага. Я так обрадовался, думал, блин, наконец. Это очень ждал он. Да. Ну, короче, я тут порылся по сайту, подписался. Да, на это, на рассылку. Блин, там есть офигенная штанга, Оксана, блин, офигенная штанга большая, короче, с такими же гантелями в комплекте, поняла? Все вместе с блинами, это там. Да, ты мне это уже показывал. Это... Или ты уже другой что-то нашел? Нет, это же. Ну, это цены вообще приемлемые, все классно, короче. Да. Вот, у нас уже чего только нет.
Еще мало. Так, вот такой вот наборчик. Покажу. Ага. Хочу обратить внимание, что это 28 диаметр. Угу. 28. Вот. То есть не 30, не 25. Вот. Такой вот наборчик. Это такие зажимчики. Вот здесь нарисовано, что не более 7 килограмм. Вот в таком положении. То есть сюда навешиваешь, да? Не больше 7 килограмм держит вот это вот. Не больше 7. Ну, это, конечно, ну, как бы я вот так и не планировал никак использовать. Поэтому как-то так. Вот. Вот такие блинчики. А, и металлические, да? Да, конечно. Ну, классно, видишь? Ты, Артём, что думаешь, классно или нет? То есть, смотри, это получается еще 7 килограмм, но вот еще душ. Ну-ка, маленькими сделай, Артёмки. А, самыми маленькими? Да, маленькими я сделаю для Артёмки. Да. Оп, смотри. Сейчас Артём у нас будет делать. Защёлкнули. Сейчас Артёмка будет заниматься. Каким-нибудь спортом. Я тоже хочу спортом заниматься. Так, ну-ка, Артём. Дайте мне тоже штангу. Дайте мне тоже штангу. Это не штанга, Диана, это гриф. Это гантели. Ну, гантели. Гантели, гриф. Мама, капли, гриф, манты. Я тоже знаю точно. Мама, да. Капли. На. Ну, чего ты? Гриф просил. Ты научилась, да? Ага. С этими тоже. Больше, да. Больше, чем Артём, что ли? Да. Ну, с одной. Ну, кстати говоря, что мне нравится, они очень тонкие. Тонкие. Очень тонкие. По сравнению, это у меня прорезиненные, они толще намного. То есть даже вот эта двушка, да, у меня 2,5, они толще намного, если здесь сколько здесь? 2,5 сантиметра. Да нету тут 2, 1,5. Нет, тут 2 есть, точно, да. 2 есть. А там все 3. Понимаешь, 3,5, то есть, блин, классно, что никто не... А Артём уж даже майку заправил. Идёт, что... Растёт, гляди, что. Гляди, что всё растёт. Диана, тебе прям 2, что ли, сделать? Да. Диана, это очень много. Это очень много. Артёма возьми, Артём вот этот один, давай. Давайте. Артём сейчас это будет повышение. Новый уровень. Новый уровень. О, я знаю, как мне будет тяжело. Раз. Ты над головой так аккуратнее, Диана. 3. 4. На половине. Вот видишь, как она, спортсменка. Оп. Ну, и тут там. А там сколько килограмм в наборе? А, здесь 20 килограмм получается. То есть получается... Ты должна с мамой поиграть? Оп. Ты должна с мамой сыграть? Мама только не получается. Вот, смотри, Оксана. Оп. Опа. Оп. Мама, давайте я вас поснимаю, как вы играете. Давай. Оп. Оп. Надя, отойди. Надо крутиться только? Тут мама сама может играть. Мама. Дядя, вы снимите маму и Лиду, а то у меня не получается как-то, да? Снять их. А то они так вдвоем в кадр не влезают. Да. Ага. Бам! Бам! Лида, давай я с мамой сыграю. Давайте Татьяна с мамой. Нет? Она тоже хочет. Ну классно, что мячик, да, интересный. Можно ли? Опа! Я один раз... Слушай, какая интересная игра, даже для дома интересно, можно двигаться. Да, Оксана, я сейчас, знаешь, как напрыгался с Дианой, и это вообще хорошо прям спотело, серьезно говорю. Ну, я в термобелье, знаешь, поэтому, наверное, еще. Так что это, как бы жарковато мне было. Мама, я могу стоя на нем кататься, на этом велосипеде. Мама, хочешь, я покажу, как я на нем стоя катаюсь? Надо было 3 покупать ракетки. Диана, знаешь, что же сказала Оксана? А. Вот мама бы с вами поиграла, она бы вас точно победила. Да. Но я же аккуратненько с ней играл. Папа поиграет.
снимаем с папой, давай? Нет. Давай. Артем, на, поснимай, пожалуйста. А мы тебя сейчас поставим. Мама, ну, да, папа, сейчас снимай. Ну, пожалуйста, точно, пожалуйста. Так, не дает это. Здесь, значит, по 2 килограмма 4 штуки, угу. По 1 килограмму 8 штук. Поняла? Можно. И получается, сами грифы по 2 килограмма. Напиши аккуратно, смотри, чтобы она тебе по ногам. Сам гриф 2 килограмма весит. То есть общий комплект получается 20 килограмм. То есть одна гантель по 10 килограмм здесь получается. Да, можно. Да, это на пути группы тела. Ну, такой чемоданчик. Все дела. Ну, классно. Ну, ты поубираешь пакеты? За эти деньги это вообще круто. Я считаю, это вообще круто. Они, кстати, есть такой же набор, все то же самое, только с резьбой и накручивающей, да, уже. Они стоят так же. Такой же набор, такая же цена. Да? Самое интересное, да. То есть, если как бы там в приоритете там вот такие какие-то там движения, то, конечно, можно резьбовые взять. А, я полбу получила. Я тоже здесь дрова много получала полбу. Да? Вот они все кайдят. Рома, когда начинает говорить за железо вот это, он так воодушевляется, такой весь с улыбкой, такой довольный. Вы сами видели, как он уже заинтересован. Я говорю, он тут мне еще подписывает на еще одну. Ну, оно 12 тысяч стоит. Я говорю, нет, Ром, даже на Новый год это вот будет тебе подарочек на Новый год. На день рождения, может быть, мы тебе эту дорогую штуку будем смотреть. А день рождения у него в июне. Мне вообще прям нравится, что они такие тонкие, блин, это круто. Да? Чего мои сладкие там возмущаются? Что-то капризничает, непонятно. Чего она капризничает? Чего, дочь? Что она, по-моему, заболеть решила? Наверное. Ты доволен вам таким набором? Да, вообще классный. Вообще классный набор. Но вот я говорю, что характерно, это 28. Вот есть любительский американский, это 25-26. Есть средняковый, это 30-ка и полтинник. 28 это вот так, это, я не знаю, это они придумали. Да? Компания, да. То есть это такой. Ну то есть без проблем, что 30-й размер, диаметр пойдут блины, поэтому, как бы знаешь, на 26-й уже не полезет. Вот. Хочу обратить внимание, если кто-то там заинтересован. Ставить лайк, да? Хорошо. Всем пока! Нет, у нас еще есть одна штучка, которую я покажу вам. Мама! А? Папа, мама, Надя, я покажу. Артём, ты уже накачался. Надя, ты уже накачался. Нет? Нет? Ну потом покажет, Диана, пускай она покатается. Потом камеру не включим. Мы включим и для тебя покажем, как ты тоже. Любят они, чтобы их снимали, любительницы. Чтобы им лайки ставили. Мне нравится стоя кататься, потому что там держишься, и ты как будто бы идешь. Да? Мама, я еще быстро научилась кататься. У Ромы сломался налобный фонарь. И вот так вот куда-то идти на улицу, что-то делать без налобного фонаря очень-очень удобно. И он уже не мог дождаться, когда он уже придет, потому что здесь, которые продаются на месте, ну, абы что продаются. Я вот сейчас смотрю здесь на коробке, которая у Романа. Здесь вот интересно, разные режимы. И вот он, смотри, показывает, если он будет мигать вот здесь, вообще 130 часов батареи хватит. Светит на 60 метров, хватит на 3 часа. Вот здесь вот, если включать на 35 метров, чтобы он светил, то хватит на 8 часов. А здесь на 40 часов, но это если вот прям 4 метра, да, то хватит на 40 часов. А фонарик-то совсем небольшой. Смотри, ремешок классный. Ремешок классный. Так. Такой ремешок.
Здесь тоже качественно так мягенько сделано. Ну, вообще классный, такой как бархат. Да, как бархат. И ремешок классный, мне нравится. Смотри, какой здоровский. Угу. Вот. Такой фонарик. Так, сейчас давай отрегулируем сразу. Я на голову его надену. Голову. На голову денешь сразу? Да. Тёмка там тоже что-то читает, что-то изучает. А тут ничего не написано, тут только нарисовано. Да? А, там все нарисовано. Ну, какой-то приблотненный фонарь. Как мне интересно, выход. Да, выход простой. Какой выход, покажи? Ну, простой, как это. Ну, заряжать от USB. Были, да? Угу. Вот. То есть здорово, что она регулируется по. Смотри. А-а-а. Смотри, ничего сколько себе. Положений. Угол, да, как меняет? Да. Вообще здорово. Ты как думаешь, удобно? Конечно, очень здорово, очень удобно. То есть где-то даже наклоняться не придется, правильно? Ого. Режимов много. А красный зачем? А, так, два режима. Три режима. Четыре. А красный зачем? Ну, красный, не знаю, но в общем четыре режима. Видишь? Первый. Второй. Третий. Ну, вот и красный четыре. Угу. Раз, два. Разблокировали. А, это блокировка, да? Да. Итак, поставили его на зарядку заряжаться. Вот USB он заряжается. Сейчас не совсем темно. Это вот первый режим, так скажем. В принципе, близко хорошо светит. Очень хорошо освещает. На видео, конечно, плывет. И другое дело. Это уже второй режим. В принципе. Так, где бы это посмотреть? Здесь просто отражает отворот. Не очень видно, да, насколько он далеко. Ну, в принципе. Это второе только положение. Освещает достаточно хорошо. Так, сейчас снежок еще пошел мне. И вот третье положение уже бьет достаточно приличное расстояние. Хорошо вот. Только еще снег, помеха такая, да? А так, в принципе, очень и очень здорово светит. Мне не нравится. Вполне себе. И то, что вот он настраивается, я считаю, что вообще очень здорово. Очень здорово. Хорошо освещает, классно. Мне понравился. И последнее, что у нас осталось, это как называется? RX-петли. RX-петли. Угу. Так хорошо сложно. Да, тут смотри, такая сумочка для нее. Такие классные, на ощупь. Это в том плане, за что держаться. Да, такая резина. Да. Скользящая. Вообще здорово. И вот такая штучка, видела? Mm-hmm. И все, вот это вот настраивается, видишь, как я понял, регулируется. Папа! Вот, вот это вот. Угу. Это. А вот это, смотри, сейчас покажу. Лидусь, не надо тебе это. Это сейчас Тане давали. Что-то она приболеть решила. Это не там, когда не надо тебе это, дочь. Иди поставь, пожалуйста. Вот можно удлинить еще, поняла, если мало. Угу. То есть вот таким образом вот это вот сюда просовывается. Ну понятно, потом посмотришь. Или ты что, сейчас надо удлинить? Да не, я просто показать, чтобы это. Вот таким образом. Оп, и удлиняется, и за что-то крепится, да, к чему-то. Еще длиннее, если нужно. Надюш, выключи пока телек, пожалуйста. Это Рома хочет временно, говорит, покажу сейчас тебе, как им пользоваться. Вот так, все зафиксировали. Здесь. А с этой стороны двери здесь висит такой ярлык, чтобы человек знал, что там занимается человек, чтобы он не открыл дверь. Вот, вот
так вот это все сделано, можно ее поправить. Внимание, немножко повесила. И вот такая вот надпись. Ну, это просто всех предупреждать надо в доме, что если висит, то дверь нельзя открывать. Настроили по высоте. И вот как бы, знаешь, и вот, допустим, не знаю, тысяч. Вот. И, пожалуйста, тебе другое упражнение. Надюш, ты подожди пока. Пришла, Надюш. Там мне не знаю, сейчас. Опа. Вот. Ты смотри, не упади. Поняла? Ну-ка. И все, и там любые упражнения, короче, можно делать. То есть это со своим весом, да? И то есть любое там, я не знаю, вот, поняла, да? Ну, вот, допустим. Вот. Там, я не знаю, ну что? Что душе угодно? Разводка так вот, разводка. Ты поняла? Да, я поняла как. То есть тут вариаций много, это со своим телом, это настолько здорово. Ну да, это надо будет только сгребить, чтобы оно крепко держалось, а то так опасно. Да, и все, как бы, и пожалуйста, вот пошло. Разнообразно. Нет, Надюш, не надо пробовать, я тут за Рому боялась, а за тебя еще больше буду бояться. Потом Рома настроит, и все, будем заниматься. Она, видишь, сделана специально, как бы, для того, ну, чтобы дома супер, заниматься. Да. Как бы вот так. Ну, мы повешаем. Не, ну классно. Да. Удобная очень штука. Это, девчонки, кто хочет дома тренажер, особенно... Что-то я так говорю, меня не видно. Те, кто хотят дома тренажерный зал, и при этом нет места, то идеальный вариант – это маленький вот этот набор с гантелями, да, который аккуратненько складывается, не будет нигде мешать вам. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Будет, не будет вам мешать, а при этом всем, вот вам и велотренажер, вон тут его, детишки не слазят с ним, им нравится. Велотренажер тебе, пожалуйста, хоп, его убрал, и все. Летом катайся на велике, зимой здесь. И очень удобно, вот, это целая куча в тренажерном зале, больших тренажерных залов. Да. Это TRX-петли, это вообще, это прям клондайк, это любое упражнение, это можно прям в интернете найти многочисленно, там разнообразнейшие, на все даже ноги можно качать, там некоторые умудряются, там, знаешь, вставать на какой-то буквой ЗЮ, там ноги подвешивать, на это все, и как бы это здорово. Мне кажется, сейчас вот TRX-петли. Этот коронавирус, и для дома, мне кажется, супер, особенно те, кто живут не в больших... В населенных пунктах, где нету тренажерных залов, тоже как выход. Кто хочет заниматься. Конечно, и конечно. В этом плане. И, кстати, там блины продаются отдельно, грифы все разнообразные, все есть в наличии, все есть. Блин, большой выбор, очень большой. Я же, когда Оксана начала заказывать, я же не знал, что за сайт и все. А потом как-то раз это решил зайти посмотреть, в общем, нашел много что интересного для себя. Ну, как-то так. Очень полюбил. Короче, классно. Значит, он доволен очень. Да, я доволен. Я доволен всем, поэтому здорово. Да и дети, он довольны тут, он не слазит. Да, так очередь даже до сих пор очередь. Очередь, да. Уже поставили, что, наверное, часа 4 тут очередь на него. Нравится им. Да, удобно, что чемоданчик тоже у Ромы, то, что он убирается, не будет пылиться, если не занимаешься, то аккуратно убрал, да и все. Ну вот это же еще классно, что она складывается, вот эти ножки сложились, она не так много места занимает, в том плане, что если на лето, да, ты велик эксплуатируешь, ты его сложил куда-то в какую-то тумбочку, забросил, блин, шкаф какой-то положил, и все это вот это все складывается, и все компактно так, это удобно. Вообще супер, я говорю, у кого... Площадь небольшая и ни к чему покупать этот велотренажер, ни к чему. Вот здесь действительно ты ощущаешься, как будто ты на велике, даже не знаешь, в каких-то случаях, порой кажется, что тяжелее. Все, я даже регулировал себе, настраивал, катался, смотри. Да, и можно туда подложить какой-нибудь этот и будет вырабатываться. Мама, хопи. Угу, да, здорово, спасибо тебе большое. А, я тоже тебя люблю.
Я даже не знала, что ли, Аня, вот этой штуки. И случайно увидела, Ромик, говорю, это что? Мы давай тут смотреть. Я сегодня брату ссылку отправил. Да? Да. Сразу же, у меня любители. Я даже никогда не каталась на двухколесном велосипеде, особенно на таком большом. Можно и зимой кататься. Угу, да. Так, теперь у нас Анюта пробует. Ну, пробуй без ботинок, потом оденешь уже с ботинками. Сейчас Анюта нам скажет свое впечатление. Так, да не бойся, давай, садись. Мы уже все пробовали, кроме меня. Я Надюшка пробовала. Даже Надюшка пробовала. Мама, я хочу. Надюша, это не надо пока. Нельзя переключать так. Анюта, переключаем только на скорости. Ты что делаешь? Ну и там можно сделать тяжелее, чтобы было. Сидишь, но это не здесь, это сзади регулируется. Это из кожи. Сделать не тяжелее. Да. Я не знаю, на ходу это регулируется, нет? Ага. Не надо тяжелее. Ну вот, давай пробуем. Значит, не надо, ну руками туда лезть. Тяжелее? То, что ты без кроссовок? Да. Ну а так, какие впечатления? Прикольно. Как на велике? Да. Как будто ты летом на велике гоняешь? Да, там ты тут круче. Ты сидишь в телефоне, там это ножка не работает. На дорогу не смотришь. А я только что сказал. Типа, крутишь вот сюда телефончик. Помнишь, что у тебя есть? А, есть же эти такие, как эти, подставки под планшет, под телефон. Такой. Есть, да? Да, у нас есть такая. Ну и представь, как удобно. И сидишь, смотришь себе фильм, крутишь и... Крути педали, и пока не дали! От сидушки спортивно ты имеешь в виду? Да. Меня. Седло можно будет поставить на стволковом. Девчонки, вот такой прекрасный выход для велосипеда, который зимой пылится. Очень удобно. И самое интересное, что ты не будешь потом отвыкать. Все равно велотренажер это одно, а реальный велосипед это другое. Надежда, не в ту сторону, короче. А куда? В ту сторону, в обратную. А я не могу. Как можешь? Я когда-то могу, вот так. Вот такое у нас получилось видео. Очень-очень понравились, как всегда. Заказ от Декатлон меня всегда вызывает кучу положительных эмоций, которые и вам советую использовать. Доставили нам заказ очень быстро, пришел он за 3 дня с Москвы, и мы очень порадовались. То есть, если вы думаете подарки на Новый год, то вы еще успеете их заказать. И что может быть лучше, как заказ спортивных товаров, согласитесь?